назвали проблемы, это проблемы изношенности основных фондов наших учреждений. И учреждений дошкольного образования, учреждений общего. Этот будущий документ уже называют народным. Сами жители вносят предложения, как сделать жизнь в городах и селах комфортнее. Для проекта стратегии развития Нижегородской области Городецкий район подготовил немало идей. Они касаются самых разных сфер и за каждое решение наболевшей проблемы. Для инвалидов пандусы в многоквартирных домах, для предпринимателей льготы для развития бизнеса, для автомобилистов реконструкция аварийных участков дорог. А еще селу нужны квалифицированные кадры, а городам новые школы. Очень приятно то, что нас хотят услышать, то, что мы принимаем участие в разработке программы, стратегии, в данном случае развития нашего региона. И если говорить о системе образования, то, конечно, вот нам здесь, на земле, да, на территории Городецкого района, может быть, где-то виднее те проблемы, которые не совсем видны выше. Традиционно для Городецкого района сфера туризма является одной из, скажем так, основных моментов. В части обеспечения безопасности мы также считаем, что необходимо усилить этот раздел. Это и безопасный город, и развитие системы контроля на улицах, и много мероприятий, которые в этой области считаем необходимо раскрыть более подробно. Все эти предложения добавят конкретную информацию в уже существующее направление стратегии, над которой работало более 400 специалистов и экспертов федерального и регионального уровня. И все сессии, которые мы сейчас устраиваем, все встречи с населением, которые у нас на сегодня есть, они направлены только на одно. Первое – представить людям то, что эксперты предлагают, выслушать их мнение по поводу того, что предложено, и, конечно, собрать по максимуму все те предложения, особенно от дальних территорий, куда не всегда получалось доезжать. Именно поэтому мы считаем, что это стратегия народная. Мы всегда должны знать, к чему нужно стремиться. Поэтому документ, в принципе, это очень интересный, очень хороший. И, конечно, вот те показатели, которые там озвучены, те приоритетные, так сказать, направления, они очень важны для нашего региона. И думаю, что это будет очень хороший документ. Будем за него, так сказать, работать на него. На встрече с так называемыми лидерами общественного мнения Городецкого района депутат Госдумы Артем Кавинов подчеркнул, что обсуждение стратегии развития региона продолжается, и любой житель может внести свои предложения на специально созданном сайте. Лариса Силина, Александр Горбунов, Городец ТВ, специально для «Время новостей».